Ребята, всем привет! Погода у нас шикарная. Собрались мы с Сашей ехать на мотоцикле. Саш, привет! Привет. Собрались ехать на Рейн. Пикничок устроить. Как давно я этого ждала. Но вот с сегодняшнего дня все. Можем кататься. Что-то Саша там тарится. Смотрите, чемоданчик у нас с собой, так что забираем вас. Надеюсь, будет интересно. Движняк прям такой. Погода супер. Саш, на мотоцикле как прокатился? Хорошо? Замечательно. Ну вот. Итак, Саша меня уже одел. Я стою вся уже одета, теперь жду его. Тарится, чтобы ничего не забыть. Когда едем на пикничок, нам много чего надо. Так что следи. Че, Саш, все забрал? Вроде бы. Погода шикарная. Сегодня только на мотоцикле кататься. Да, навигашка нам тоже сегодня нужна, да? Навигашка нам тоже сегодня нужна. Смотрите, у нас все цветет уже вокруг. Все деревья, цветы вон на камнях. Все цветет. Итак, ребята, выехали мы сейчас с дому. Счастливой нам дороги. Собрались мы ехать на реку Рейн. Это Германия, Франция. Что будет интересно, вам обязательно покажем. Да. Смотрите, такой ажиотаж у нас в городе. Очень много машин. Все куда-то едут. Перед праздниками. Ну, счастливой нам дороги. Сколько выйдет у нас сегодня километров, постараемся вам тоже сказать. Посмотрим, сколько мы сегодня проедем. На мотоцикле мы тоже мало не проезжаем, да? Ну. Постоянно едем. Сколько машин, все куда-то едут. Здесь у нас речка Хармерсбах, наша речушка. Смотрите, сколько нарциссов. У нас очень-очень даже много тюльпанов на полях, которые специально плантации садят для людей, ставят кассы, чтобы люди себе сами могли срывать. Ну и касса на совесть. Сейчас они все распустились. Вообще так красиво смотрится. Ну, если будут еще по дороге, обязательно сниму, покажу вам. Заехали мы по пути в магазин Рейве. Саша забежал, кое-что докупил для нас, для пикничка. Что это такое? Понятно. Булочки какие-то взял, кексики. Кого нету? Салата нету? Ну вот, а я салат ждала. Ну, понятно. Ну, что тогда? Загружаемся, едем дальше. Все?
под Дуплу. Смотрите, весь Шварцвальд. Обалдеть. Здесь мы в прошлый раз, ребята, останавливались, когда много снега было. Лошадки гуляют, речка тут бежит. Смотри, две лошадки. И пробка красивые. Тут стоит. Кабриолет, ты большая каприза. Ну, я бы так не сказала, но песенка есть такая, да? Так, ЛКВшка едет. А что стоим? А там же пропускать надо. Вот трамваев сколько стоит. Смотри, остановка ихняя. А вот и плантация с этими тюльпанчиками. А здесь бауэр, фермер, продает яблоки, фрукты, овощи. Доехали мы сейчас во Фрайбург. Пепси-кола. Пепси. Поехал. Цветов сколько? Заехали сейчас мы в такую деревушку интересную. Все такие домики тоже здесь интересные, старенькие. Церковь какая стоит. Смотри, почти на кабриолете едет. Угу. О, на тракторе. Попёр. Но в каске. Самое главное. Где находимся? Не знаю я, что за деревушка. Бимен или что-то такое. Ух ты, какой фонтан сделали на кольце. Вон, смотри, а это... Прикольно. А это как будто этот Голливуд. Вон, смотри. Плантация с цветами. Тюльпанами. Детская площадка. Видимо, садик здесь. Интересно по новым местам ездить, да? Деревушка называется Бремгартен. Успела прочитать. Саша, не так быстро ехал. Там кочки были. Тоже такая, видимо, небольшая. Но вот эти деревья меня прикалывают. Смотрите. Но они потом, наверное, распускаются и как пальмы стоят. Ну. Приехали мы сейчас к Рейну. Здесь мы уже как-то раз с Сашей отдыхали, были, нам очень понравилось. Здесь прям такой штранд, где можно загорать, отдыхать. О, здесь что-то делают на штранде. Что, куда встать? Люди вон сидят, мангалы разожгли. Шашлыки будут жарить. Что, опять сюда встанем? Да, опять сюда встанем, давай. В прошлый раз мы тоже здесь парковались.
нормально. Сейчас все заберем и пойдем. Вот такое тут хорошее местечко. Мы уже тут были. Саша пошел место другое искать. Что-то ему не нравится, как тут мотоцикл стоит. В прошлый раз мы приезжали, здесь сухо было, а что-то земля сыроватая. Ну вот, пошел посмотреть, может где-то припарковать его лучше можно. А сами мы пойдем сейчас сюда вниз. Там такие хорошие места, можно сесть и целый день сидеть, загорать. Ну вот я думаю, я его, ну как ему сказала, иди посмотри там. Может там, где можно припарковать. Люди грилят, шашлыки жарят, отдыхают. Мангалы разожгли. Ну мы сейчас тоже пойдем себе местечко поищем. Сейчас спрошу Саш. Есть там что? Чё, Саш? Люди на великах сюда приезжают. Многие, видимо, недалеко живут. Вообще очень хорошее местечко. Чё, Саш? Есть там место? Там это подпёр. А там на самом вот этой брусчатке, вот этой, нельзя встать? Ну вот на этом. Не асфальт, а это брусчатка-то. На камнях. А там эти машины стоят. И что, туда нигде нельзя припарковать? Ну давай решим, или здесь станем, или туда проедешь. Он вроде так стоит хорошо. Он потихоньку проваливается. Земля мягкая. Угу. Ну, заднее колесо уже почти на земле стоит. Ну, что ты хочешь туда проехать или тут оставим? А сюда ты его за камни не поставишь? Да, на солнце тоже сильно. Ну да, на солнце тоже неохота, чтобы стоял. Потом, когда собираться и все, садится, он горячий будет мотоцикл. Ну, сейчас, короче, решим. Ну, решили, Саша решил чемоданы снять. Чемоданы прям заберем с собой. А мотоцикл отгонит. Погода просто шикарная. Люди уже раздеты почти все. Что ты еды, Саш, набрал? Как будто на неделю мы приехали. А вдруг нам понравится? Отпуск, да, останемся с ночевкой. Ну вот, я ему говорю, иди салат возьми и по булочке. А Саша выходит с магазина, у него там и булочки к чаю взял. И что он только там не набрал? Так что будет у нас пир на весь мир, да? Ну вот, сюда поставь, я тут, пока ты отгонишь, я тут поснимаю, постою. Вообще очень удобно. Мы вот так, когда отдыхать ездили в отеле на мотоцикле по городам, мы раньше очень много до этой пандемии ездили в отель ночевать. И вот эти чемоданы мы затаривали прям своей одеждой, все, что нам надо. И брали чемоданы с собой прям в отель. Все чистое, глаженное. Это вообще прелесть. На мотоцикле вообще очень хорошо ездить, отдыхать. Но все-таки он думает, проедет там немножко. Посмотрит. Может там поставить мотоцикл. Что-то ему тут не очень нравится. Чтоб мотоцикл стоял. А, туда к стене. Ну, я, в принципе, тоже думала, может там местечко есть. Ну, все, собрались идти. Припарковали свой мотоцикл. Пойдем. Люди идут тоже на штранд отдыхать. В прошлый раз мы приезжали сюда, столько лягушек здесь было. Квакали. Ой,
Ой, дети раздетые бегают. А цветочек сколько много. Смотрите, желтенькие цветочки. Ой, какие цветочки красивые. Рабочих много здесь в этом году. Видимо, убираются. Да. Здесь классно, ребят. Кто недалеко живет, вот, можете приехать, посмотреть. Отдыхать здесь шикарно просто. Смотрите, по такой мы дороге идем. Здесь песок, песок, песок вон лежит. Где-то сигнализация сработала. Иду, иду. Смотрите, место какое классное. В прошлом году мы сюда приезжали, здесь все деревья зеленые были. А сейчас эти деревья еще не распускаются, не распустились. Саш, запомнил это местечко, что ли? Прям так уверенно идет. Смотрите, вода прозрачная, прозрачная. Иду, догоняю, догоняю. Тяжело в сапогах по песку идти. Я иду как НЛО, ребят. В каске, в сапогах. Мужики там стояли, эти рабочие, смотрели так. А мне все равно. Я пру. О, люди лежат, загорают. Так. Иду, иду. Как она ложка, да? Что-то мы в прошлый раз так далеко не ходили. Вот тут, может? А здесь вон кто-то лежит. Я не хочу, чтобы рядом кто-то был. Мужчина загорает. Ой, с собачкой. Собачка. Тоже загорает. Идем дальше. Сейчас где-нибудь местечко найдем какое-нибудь. Саш, доставь. Пойдет. Саш, местечко тебе. Здесь люди рядом. А, вон тоже молодежь. Да, вот сюда. Вот тут ляжем. Полежим. Смотрите. Деревья распускаются. Красотень. Вот тут сейчас ляжем под кустик. И будем загорать сегодня. Так хорошо у воды. Прозрачная такая. Чё, Саш, все, раздеваемся?